Чувак, ты проебал. Я забываю, кого на коленках ты учил, когда учился кататься, точнее сидел, чувак. Я говорю, не забываю, кого на улице. Говорю, не забываю, кого на коленках сидел, когда учился кататься. Чувак, у кого нахуй? Точно не у тебя. Кого? Своего папочки нахуй. Ты-то, чувак, не мой нахуй дэдди, мать его, не мой папочка и не мой отец. Так, чувак, ты, походу, забыл, кто тебя вообще, в принципе, в этот музыкальный бизнес привел, нахуй, чувак. И познакомил со всей этой движухой. Чувак, Ли меня привел в этот музыкальный бизнес. Да-да, ага. Это он тебя ненавидит, нахуй. Он, чувак, тебя просто передал нам, нахуй, а вся остальная работа была за нами. Чувак, я помню, нахуй, первую встречу меня и Тарика. Он стоит, чувак, на студии в каком-то ебанутом кремовом костюме, нахуй, как из итальянских фильмов, чувак. Данте Тарантино, нахуй. Данте Тарантино, помнишь, чувак, носил в сериале, мать его. Да-да. А чё, чувак, нормальный костюм, неплохой такой. Чё, Лас, ты будешь говорить? Да я вообще не буду, зачем мы едем, просто, сам чувак, говори. Просто, чувак, поджимаем бизнес, нахуй, под себя. Да, чувак, как в 2000-е, нахуй. Не буду, что это за бизнес. Под дулом пистолета дальше, подъезжаем, дальше, нахуй, дальше. Просто. Изымочная происходит на ровном месте, нахуй, вместе с документами. Хуй короче, знает. Чуваки, наверное, смотрите, раскачиваем за то, что если у них есть крыша, то нахуй эту крышу и работают они с нами, чувак. Угу. Если есть крыша, то пусть подъезжает, пообщается. Пацаны эти, чуваки с Тюдора разложат, что к чему. Ну, не захочет, нахуй, по-хорошему решать вопрос. То нахуй. Дюда, а что, чуваки с Тюдора пусть тогда контролируют, если ну, что. Да, просто... да, вот сейчас они, чувак, подъедут и все. Эй, чувак, вас что, четверо? Сейчас подъедут, потому что там, нахуй, проблемы с головой. Короче, чувак, смотри, мы сейчас пойдем с ними пообщаемся по поводу, кто у них крыша, не крыша. Если крыша есть, позовем сюда... Если они нормально не поймут, чувак, то пойдете нахер в дело. Все, без проблем, окей. Я руки, чувак, вот так подниму, если что. Подержу их, тогда можете работать. Давай, чувак. О, йо, what's up, чувак? Что у вас тут, управляющих-то? Фиолетовые вот рубашки, ты же? Вот ты же говорил, это же твоя заведуха. Ну да, но он управляющий, чувак. Я понял, ну пойдем поговорим, чувак. Смотри, расклад такой. Мы по поводу сотрудничества хотели бы переговорить, по поводу вашего СТО. Расскажи мне, чувак, интересно вам это вообще или нет? Блин, ну у нас типа крыша есть, если вы об этом, чуваки. Чувак, крыша — это детский лепет, нахуй. Я тебе про сотрудничество говорю. А, ну типа, в чем сотрудничество? Крыша у вас... Что за крыша? Откуда? Обычные парни с районов или что? Да не ваши, ну серьезные люди. Говорят, серьезные. Ну, мы не серьезные люди, мы. Мне папа денег дал, я купил это. Я не разбираюсь в этом, мужике. Ну, откуда, чувак, эти серьезные люди? Ну, может, слышали за Джерома что-нибудь? Ну, да, это я. Не-не, есть другой Джером. Джерома. Чувак, сбоханно. За единственного Джерома, которого я слышал, это я. Чувак, если Джером есть какой-то сбоханный, то за него, нахуй, слышали только такие же чуваки сбоханные. Обычные уличные, мать его, псы. Мы те, кто сможет тебе обеспечить нормальную защиту. И никаких, нахуй, приколов по типу «мы чинимся здесь бесплатно, нахуй» и так далее. Не, ну нам типа больше, ну, если вы с ними решите, то ладно, нас это, чувак, в принципе, я нам же, все равно. Я же вот, чувак, и узнаю у вас сначала. Вы ну, платите типа, никаких, или что? Нет, да ничего мы не платим никому. Ну, типа, пока не платим, типа, скидки там, все дела. Ну, получается, никаких, чувак, скидок нет. Башляете со своего нахер товара, грубо говоря, в скидке. Вообще чувак. Мы ничего не башляем. Бля, чувак, я не понимаю, нахуй. Вы определитесь. Бля, чуваки, кто-нибудь один общайтесь, нахуй. Смотри, смотрите, этот... Чувак, я просто не понимаю, чувак, если вы хотите делать какой-то бизнес, нахер... Ну, я вроде нормально сюда приехал, и кто-то один должен говорить одну сторону. Смотрите, как получается, типа, смотрите, я типа про бабки, да, но мне как бы бабки не нужны. Не понимаю, что ты. Чувак, если чуваки ходят на бохане в цепях, то эти цепи через две недели будет носить кто-то другой, нахуй. Если мы ходим там в цепях... Послушай, чувак, я тебе объясняю. Если мы ходим в цепях, то эти цепи скоро будешь носить ты. Понимаешь, о чем я, нахуй? Я тебе предлагаю... Ну, не эти цепи или что, не понял? Бля, чувак, он реально, что ли, тупой? Да, 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 чувак, да. Чувак, я тебе так скажу, знаю. Ради бизнеса, нахуй, поменяй управляющего. Чувак, ну вообще, типа, ну, бизнесом и всем вот этим вопросами рулит именно он. Это как бы подарок, можно сказать. Поэтому я, типа, ничего не решаю. Вот с ним общайтесь, чуваки. Чувак, надо здесь было просто начинать тогда. Джером сбохано, номер телефона есть у тебя его? Конечно, есть. Набирай ему прямо сейчас, пусть подъезжает. Он сейчас на этой, привязали, походу, не шарю. Йо, ну а его чуваки, ты с ними на связи или как? Не, только с ним. Он пишет из КПЗ, типа, пишет из-под подушки.
Чувак, думаю, что это его последнее сообщение, нахуй, будет. Раз он из КПЗ пишет из-под подушки. Короче, чувак, это какой-то нахуй просто вафел, мать его. Просто, чувак, его перед фактом... Полный чувак. Что предлагаешь? Просто, чувак, перед фактом мы ставим 20% прибыли в неделю, нахуй. Еженедельно. Отстегивает нам, нахуй. Вот и все, налом. Ну да, можно, можно, чувак. А он пусть, короче, слышь, не нам, а просто его чувакам это... Найту или как его там. Ему бабки отдает, короче. Да, и чувак, он нам будет там просто бабки привозить и все. Нам пусть отстегивают. Ну да, лучше им. 10% да, они да, забирают да, себе, да, 10% давай, нам. Давай. Короче, изи, смотри, расклад такой, нахуй. С этого момента 20% еженедельной прибыли ты отдаешь вот этому чуваку в пуховике. Он будет приезжать аккуратно, забирать бабки и съебываться. Взамен... Чувак, они не будут тюниться здесь бесплатно. Мы здесь не будем тюниться бесплатно. Нам этот ебаный сучий лепет нахуй не нужен. Да, мэн. Но будет, чувак, у тебя нормальная защита, а не вот эти, чувак, дрищи, которые у тебя там из-под подушки нахуй, из-под пола выписывают нахуй из КПЗ смс-ки тебе, что он не может приехать. Они смогут это сделать. Понимаешь, что к чему? По поводу этого, как его, Джерома? Нет, не волнуйся, с ним вопрос решим, так что забудь про него. Которым да, ты вы будешь... меня ставите вообще в такое положение в натуре, те говорят... Да ты не понял, что тебе говорят, тебе сказали. Как зовут тебя? Тебя как зовут? Изи, 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 изи. Послушай меня, изи. Кто там твоя крыша, нахуй? Кто тебе до этого крыша? Джером, Джером. Джером, передай Джерому, что Димитриус передал, что он ебал его мать, нахуй. Если какие-то вопросы, пусть придет и решит, нахуй. Ну, он еще через 40 сроков выйдет, я ему в натуре перегорочу. Подожди, Димитриус, мы... погоди. Давай, че хули с ними играться, чувак, нахуй? Я тебе просто, это не предложение, это тебе, ну, считай, что у тебя... Можешь и это считать как угодно, чувак. Да. Поставили на бабки, поставили перед фактом. Обижайся, не обижайся, чувак, на 20% прибыли ты будешь отстегивать вот этому типу в пуховике. Все, ты же понимаешь, да, то, что денег если не будет, что будет с твоим бизнесом и с тобой? По поводу денег. Ты понял, что сделать, нет? Типа, ну, через неделю наебываю. Ты должен поставить, не 20 тонн не ставишь, уже проблема будет решаться с тобой конкретно. Это либо минимум, чувак, 20. Че, погнали, чувак? Да, порядок. Че, он там, согласился? Да, да. Еще бы он, чувак, не согласился. Нахуй. Давай, мы, короче, если что, это чуть попозже этому Джерому сами наберем. Встретимся с ним где-нибудь. И пообщаемся. Да, вы, если что, это дайте знать, чуваки. Да, да, чтобы мы тоже понять, что это за Джером такой, нахуй. Йо, ну что думаете, будет этот терпило? По-любому, чувак, будет. А чё у него? Выбор есть. Если чё, нахуй, лейтенанта Чака подключим, мать его. Они там ему устроят Новый год, нахуй. Чувак, это уже другой уровень. Красный, мать его. Чувак, чё-то я стрессую, нахуй. А чё такое? Нормально, нормально всё. Ремень подстегнуть надо было. Ты там чё, чувак? Подрочи, подрочи, чувак. Ты его, чувак, куда себе вставляешь, нахуй, слышь? Да, да, чувак, дергаю нахуй, чё, блядь, заклинило нахуй. Подрочи, подрочи, Карик, нахуй. Новую тачку купишь. Подергай ремни, чувак, вот так вот. Со всей нахуй силы. Так бах, 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 нахуй. Сука, обмотаюсь им прямо здесь, нахуй. По горло, нахуй. И резко затормозить хуям собачьим, чтобы башку нахуй снесло с плеч. Да, чувак, хорош дрочить, нахуй, в ремень. В эту дырку, ебаный. Высунь свой член из ремня, чувак. Давно-давно. До самого открытия. Йо, чувак, пойдем поговорим по поводу бизнес-предложения есть к тебе. А, ну, конечно, пойдем. Блять. Ты чего, Пол? Че, чувак? Нормально все? Ну, мне хуево стало. Пойдем, пойдем. Кто это, чувак? Блять. Да ты ствол-то убери, нахуй. Тарик, убери ствол, не позорься, нахуй. Короче, смотри, тенденция, нахуй, намечается в городе, что начинают какие-то ублюдки крышевать с районов бедных, с Бохана и так далее, начинают крышевать типа бизнесы. Мы тебе, чувак, предлагаем сотрудничество. Назовем это так. Смотри, чувак. 30% только скидку могу сделать. Да, какие скидки, чувак? Будете. О скидках речь не идет. Если я и буду тюниться, то я буду тюниться, да, за полную цену, например. Мне это не интересно, ну, чувак. Смотри. Нам не интересно крышевание. Я тебе говорю не за крышевание, чувак. Никто не будет вам денег платить. Я тебе говорю за процветание твоего бизнеса, чувак. Оно процветает максимально хорошо. Я понял, давай, окей, чувак. Все, без давайте, проблем. Удачи. Я принял себе расставать из так. Есть тут еще внутри? Внутри кто-то еще есть? Да, два человека. Йо, здорово, офицер, да-да. У меня, если что, с собой пистолет, есть лицензия на оружие. Где он у вас? В кобуре, скажем так. Йо-йо, алло, чуваки, чё... Что стало? Господа, смотрите, был вызов о стрельбе.
До этого уехали две машины какие-то розовые. На улице это было. Постреляли трех парней вроде как. Короче, нахуй ларек этот ебаный гореть будет. А че он сказал по итогу? Че, отъедем, чувак. Он знает, что говорит, короче. Скажи Джерома, хочу рэп-баттл устроить. Парни, паркуйтесь пока обратно. Пока запрещено. Да, выезжайте. Это делается максимально быстро. Окей, дожидаем, мы тут... Не, это... господа, ничего личного, просто нам нужно улики все собрать. Да, мы понимаем, мы периметры спокойно поедете отсюда. Да, было бы здорово, вас... если бы не затягивали этот процесс тоже сами. Почему, Милка, может, у тебя полное имя есть? Милица. Милица? Та самая, чувак, блюстит нахер и защищает. Юмилица, слышишь? Номер телефона свой, это, скинь мне. Я с тобой встречу чуть попозже. Потрахаться он хочет, давно у него киски не было. Не, чувак, у меня этих... отношений нет. У меня, чувак, эти киски, нахуй, сегодня одна, завтра другая, ты же знаешь. Погнали. Скажешь, может, номер, а? Вообще никак. Йо, Тарик, ты тут остаешься? Давай, шкура, увидимся еще, нахуй. Так и надо с этими шкурами. Ну. Короче, чувак, этот ларек ебаный, нахуй, закусочная, где колеса меняют, должен будет гореть, нахуй. Погоди, чувак, там детектив хотел потрепаться, нахуй, какую-то тему обсудить. Ну, завези его, чувак, туда, брат. Сейчас подумают, нахуй, что это. Я вот сижу. Завези его, короче, чувак. Это. Я пообщаюсь, короче, если обратно, что, наберу. Обратно, туда его, чувак. Подъедешь, заберешь меня чуть попозже. А меня до студии, чувак, таки. Шкура ебаная стоит, нахуй. Давай, чувак. Все, давайте, чуваки. Я наберу. Дверь с петель, нахуй. Смотал, ну хотя бы закинь ее в салон, слышишь? Заглядки, нахуй, давай. Давай, чувак. Я, походу, нашел ту самую, которая готов спускать на лицо, нахуй. Каждый вечер, каждый день и каждое утро, каждую ночь. Нет, байкеров нет. Байкеры — это байкеры. Смотри, малышка. Ты такая темноватая. И не хватает моего белого на тебе сейчас для того, чтобы ты была полноценной Милкой. Вау, чувак, это было нормально. Шоколадная, мать его, молочный шоколад. Чувак, она готова за пятерку зелени, нахуй, вон в том басике, нахуй, отсосать мне на заднем сиденье, прикинь. Че, в натуре? Да, нет. Нет. Но я, чувак, точно знаю, что эта шлюха хочет мой член взять тебе в рот. Че ты до меня доебался, а? Не, забирай. Да ладно тебе, че ты доебался. Уебывай. Да не буду я уебывать, нахуй. Указывай мне. Рамсиск. Пиздуй отсюда. Давай. Да никуда я не пойду. Хуя, чувак, слышно, общается она с тобой. Че, ты так вот оставишь? Ты же знаешь, что я тебя в любой момент, сука, в темном переулке возьму за волосы, прижму к стене, шлюха, сорву с тебя нахуй твои шортики и выебу тебя прям так. Мечтай. Чувак, делаешь. Сучка, ты так базарить не будешь. Ладно, малышка, это просто шутки. Да, пока что просто шутки, нахуй. Это что, я подружка, нахуй? Я не знаю, какая-то еще шлюха одна, нахуй. Эй, слышь, сын, блядь. А что? Что? Чё ты пизданула, нахуй? Фигура, блядь. Чё так разговариваешь с ней? Вась, закрой, нахуй, конопатая обезьяна. Иди отсюда, блядь. Полиция, помогите, нас оскорбляют. Ты что, нахуй, расистка ебаная? Я тут прям сейчас вздрючу, сучка. Иди от нее, проблем. Шлюха, нахуй. Сиповочная, блядь. Парни, ну придется пока. Ну а чё стало-то, чувак? Дома из них обстоятельства спадают. Я пока браслетики застегну. Нахуя, мэн? Бля, чувак. Это процедура до такая. До выяснения обстоятельств. Каких, чувак, обстоятельств? Серьезно? Приезжайте, парни, вы на данный момент не арестованы, задержаны. Вам никто никакие обвинения этот не предъявляет. Вы пока будете просто в наручниках и в департамент поедете. Бля, чувак, серьезно? Я уже мог 150 раз отсюда уехать, нахуй. Если ничего не подтвердится. И Джером тоже мог уехать. Бля, чуваки, это полная хуйня. Он вернулся за мной, поехал, чтобы забрать. Такой расизм происходил, а вы нас вяжете? Да, мы не по этому поводу говорю. А по какому, чувак? Никакого срать не по поводу произошедшего в... Как это? Гараж, мастерская, что ли? А что, чувак, мы уже поговорили, мы уже обсудили все. В гараже ничего не происходило. Новые обстоятельства. Пойдемте к капоту. Парни, не переживайте, если все в порядке, вас отпустят, вам никто ничего не скажет плохого. Блядь, что я сделал? Чё там, чувак, что-то интересное в инстапике нахер? Продолжим. Итак, Джером. Не надо вот эти игры. Ты не будешь врать,
Чувак, не нужно этих игр. Не нужно игр. Задавай вопрос. Мне, зачем ты приехал в Беннис Кастомс? Я приехал в Беннис Кастомс обсудить с управляющим вопросы бизнеса. За отдельную плату и сотрудничество мы можем сделать, во-первых, пиар-компанию твоему СТО, потому что, чувак, у нас своя музыкальная студия, у нас много, много рэперов, мы могли бы концерт там устроить, рэп-баттл, чувак, что угодно. На основе 20% выплат. Какие вопросы? Вопросы есть, ну смотрите. Ну, я слушаю. Совладелец обвиняет вас в рэкете. Там я ему сказал, что на не... он, его бизнес будет да. процветать, чувак, за 20% прибыли, нахуй. Какой рэкет, чувак? Прямой, то это я... Какой рэкет, чувак? Я ему сказал, за 20% прибыли твой бизнес будет процветать, мы будем сотрудничать. У нас музыкальная студия, какой рэкет? Ты себя слышишь? Это было бизнес-предложение, а не рэкет. Каждый, кто мне приходит на студию, будет заламывать мне процент. Я что, должен его нахуй в рэкете обвинять или что? Нихуя, чувак, это бизнес-предложение, так бизнес работает. Я понимаю, ты больших денег не видел в своей жизни еще. Сказали, что у вас есть. Давайте дословно. Чувак, ты, причем, что здесь, какая нахуй разница, что я сказал здесь? Там я сказал ему за 20% прибыли, его бизнес будет процветать. Вот что я ему сказал. Ты будешь здесь сидеть. Блядь. Я задаю вопрос, ты на него отвечаешь. Идет? Задавай вопрос. Задавай вопрос, чувак. Нахуй ты яйца коту оттягиваешь? Задавай вопрос, блядь. Я задаю вопрос. Ты мне сейчас на допросе минут 5 назад сказал... про парней с Бохома, с которым у тебя есть связи. Ты у меня, подожди, ты у меня спросил. Ты это сказал только что, буквально 5 минут назад. Ну? Это все зафиксировали камеры. Ну? Если бы они не платили, у меня там хорошие связи, я договорюсь, что с ними ничего не будет. Правильно? Правильно. Это рэкет, понимаешь? Бля, чувак, дело? Ты ебанулся? Мало того, что рэкет, так еще и дача ложных показаний. Каких ложных показаний, таких чувак? Ложных все, показаний. Что я здесь сказал, это я сказал здесь, нахуй. Там я ему сказал, что за 20% прибыли его бизнес будет процветать, нахуй. Посмотри свои ебаные камеры, нахуй, и убедись в этом еще раз. Никаких, нахуй, про Бохан я ему ничего не говорил, чувак. Про Бохан ты не говорил, ты говорил-то здесь. Ну? Так получается, у него я ничего не вымогал, нахуй? Мне это надоело. Короче. Очень надоело. И ты мне надоел. Жутко. Он долбоёб. Если на тебя поступит еще жалоба от владельца, совладельца, я знаю, кто ты. Я знаю, бля, твои паспортные данные. Чувак, ты меня очень сильно запугал, нахуй. Свободен. Давай, за неимением доказательств и ствол мой верните мне нахер. Просто ебанат. Я ж тебе, чувак, говорю, он к себе, сука, в шкафчик их закинул. Чувак, на прикинь, меня нахуй раскачиваю за то, что я рэкетом занимаюсь, оказывается. Когда мы туда приехали по бизнес-вопросу, предложить ему сотрудничество, нахуй. Рэкет, нихуя, блядь, себя. Это теперь называется. Если да, чувак, да, чувак отказался, нахуй, от бизнес-предложения, это, оказывается, рэкет у нас теперь. Охуеть можно, чувак. Я-то чувак на свободе, нахуй. Так, второму я не вижу смысла проводить допрос. Да, иди нахуй сбита. Коксис, колонды, калаши из России. Нет сагранников, ходы потайные. Разлипаем 40 унций, это старый стиль. Возьмем твою тачку и сдадим бутик. Классные роллы подвижные из Аргентины. Их там роллунат, мясная блядина. Напялишь ты костюм,